И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен ближайшим праздникам, ивентам в танках. Сегодня поговорим о том, что у нас будет вообще на Хэллоуин, что я ожидаю от данного праздника, мои мысли по этому поводу. Ну и понятное дело, что и у вас есть тоже какая-то своя точка зрения. Обо всем по порядку, пройдемся сегодня. Хэллоуин — это, наверное, один из самых значимых и интересных праздников. Для меня, наверное-таки, он всегда был в какой-то степени чем-то определенным интересен. Были года, когда были определенные карты под этот ивент с увеличенным фондом, ой, не фондом, а голдовым номиналом в боях, поэтому я всегда был склонен к тому, чтобы этот праздник был хоть как-то для меня значимым, да, и проводить его в танчиках, да, в наше время всегда было интересно. Что же разработчики могут нам предложить в этом году, на что они смогут сделать акцент и что мы вообще можем увидеть? Мы сможем увидеть, как всегда, какую-то определенную карту под данный ивент. Я надеюсь на то, что эта карта будет необычная, да, то есть она будет как-то специфично сделана под Хэллоуин, как это было у нас в последнее время, и оно придаст какую-то определенную атмосферу. Плюс ко всему этому будут увеличенные фонды, плюс увеличенный номинал золотых ящиков, и тогда уже минимально интерес к этому празднику будет. Конечно, я надеюсь на то, что все не обойдется без скидок. Ну и, возможно, там для донатов какие-то определенные, не возможно, даже 100% там будут какие-то для донатов предложения. Для меня в последнее время, кто следит за стримами, кто приходит на не только трансляции, но и посещает видеоролики, у меня проскакивает такая мысль постоянно в голове, то что в игре нужно делать что-то новое, что-то интересное, потому что в последнее время, ну уж больно скучно становится, когда все зацикливается на одном определенном матчмейкинге, и больше ничего мы, по сути, интересного вместе с вами не видим. Поэтому я надеюсь на то, что на этот праздник разработчики сделают определенный акцент, будет интересный ивент, и я получу примерно такие же эмоции позитивные, как испытывал в последний то ли дисконт уикенд, то ли что там было, не знаю, но кто помнит, кто знает, кто катал, это был Кунгур с повышенным номиналом, и мне реально понравилось поиграть, да, пофаниться, исходя из того, что в последнее время там был один матчмейкинг, в который я катал, там выполнял какие-то челленджи, то когда я полноценно смог поиграть на хоре рельсе, да, в ДМ режиме, это было реально круто, мне это понравилось. Я надеюсь, что что-то подобное будет у нас на Хэллоуин, что привлечет дополнительно тех игроков, которые у нас любят заходить в танки на подобные ивенты. Ну и ко всему прочему, будет интересно для всех тех игроков, которые и так на постоянной основе играют в нашу игру. Поэтому я надеюсь, что разработчики в этом плане не облажаются. Будет все четко, круто, весело, интересно, без никаких багов, без никаких лагов дополнительных, да, которые у нас тоже были в последнее время. Но сейчас вроде как полноценно уже все смогут играть на ивентных картах только через HTML-версию, поэтому, возможно, я надеюсь на то, что не будет никаких багов, не будет никаких там бешеных лагов, когда там карты лагают, когда там критуют нереально жестко, минус панели там происходит, еще какая-то дичь, да. Я думаю, что если все будет четко, то и, соответственно, у игроков будет и впечатление о самом празднике уже такое более позитивное, даже вне зависимости от того, что у нас там будет. Но я надеюсь на то, что будет что-то подобное, что у нас было на Кунгурчике. Ну, понятное дело, что это Хэллоуин, это значит, будет какая-то определенная уникальная карта, и на ней уже там все движения будут происходить. Я надеюсь на то, что они будут интересные, своеобразные, ну и приуроченные к именно определенному формату, который из года в год у нас повторяется в нашей игре. Дополнительно, что хотел бы, наверное, сказать. Возможно, стоит на данный праздник немножечко мне поразмышлять и понадеяться на то, что обычные тысячные голды у нас не появятся на Хэллоуин.
да, не знаю, что-то мне так подсказывает, что есть хоть и небольшой, но есть шанс того, что у нас наконец-то за столь долгий период времени повысят голдовой номинал. Да, понятное дело, что давно у нас такого никто уже не делал, и то, что шанс маленький, что такое может произойти, но все же я, наверное, скажу, что возможно. Возможно, что он будет, и я реально хотел бы, чтобы это в своем роде как бы реализовалось. Ну, понятное дело, что там фонды повышены, и как бы карта, на которой я смогу, например, на хоре рейсе неплохо так почпокать, это только приветствуется. Поэтому я считаю, что если что-то в совокупности на этот Хэллоуин получится крутое, что подарит игрокам какие-то дополнительные позитивные эмоции, и, ну, не будет никаких там неприятных моментов. Главное вот сейчас именно разработчикам не облажаться. Потому что я думаю, что сейчас вот эти вот последние праздники, которые у нас идут перед отключением флеш-версии, они играют ключевую роль. И от этих ивентов зависит количество онлайна, которое в дальнейшем будет играть и продолжать вообще заходить в эту игру. Потому что раз уже обосрались, два обосрались, трижды обосраться и зафейлить еще с одним праздником, это будет полнейшим провалом. Ну, я так понимаю, что в связи с тем, что сейчас уже разработчики полноценно переходят под HTML-версию на ивенты, да, то есть потому что во флеше вы уже не можете на них участвовать и играть, то риск и шанс того, что что-то пойдет не так, уже меньше. Но все равно он может быть, поэтому я надеюсь на то, что в этот раз все будет гладко. Ну а главное, то, что будет какой-то определенный интерес и у меня, и у всех вас. Что будет, по вашему мнению, вообще на этот праздник, мне также хотелось бы узнать. Поэтому в комментариях под данный видеоролик жду ваши предположения. Согласны ли вы со мной, что будет, да, то есть будет ли это дефолтное, как всегда, да, то есть фонды, голды, повышенные скидки какие-то. Какие-то, может быть, там спецпаки и какая-то определенная карта, которая у нас всегда на Хэллоуин бивает. Или же будет что-то другое, более новое, уникальное. Пишите по этому поводу в комментариях, мне будет очень интересно также почитать, поузнавать вашу точку зрения. Ну и если вы хотите видеть больше видеороликов под всякие ивенты, да, то есть у нас бывает... Выходят там всякие празднички, акции. Я какие-то моменты обозреваю, какие-то не обозреваю. Если вы хотите, чтобы все эти моментики я обозревал, поддержите данный видеоролик лайком. Мне будет очень приятно, если будет большое количество пальцев вверх, будет поддержка в этом плане, и я как бы, ну, получу какой-то определенный свой фидбэк, чтобы в дальнейшем я понимал, хотите ли вы, чтобы таких видосов, например, было больше или же нет. Я, наверное, все рассказал, больше мне, наверное, добавить нечего. Ждем Хэллоуина, один из интересных праздников, ну, не считая, конечно, наверное-таки 1 апреля, который в последнее время, да и вообще всегда был самым, наверное, интересным, но на Хэллоуин также, я надеюсь, что будет четко, поэтому ждем, пишем в комментарии, что, по вашему мнению, будет. Ну, а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.